«Здравствуйте, мои проголодавшиеся». В день рождения бутерброда внеплановый перекус не просто разрешается, а настоятельно рекомендуется. Съедобный нейропрогноз на четверг, 14 марта. В городах Каменец и Малорита днем пасмурно, плюс 7. В Березе и Барановичах облачно с прояснениями, возможен дождь, плюс 8. Некоторые историки полагают, что классический бутерброд изобрел выдающийся астроном Николай Коперник. Как ученый, он не всегда отрывался от Земли, и во время очередной загадочной эпидемии предположил, что причиной может быть грязный хлеб. В те времена мало кто заворачивал свой паёк в белоснежный платок, а песок и грязь на черном куске хлеба были малозаметны. Чтобы это исправить, Коперник предложил намазывать ломти светлым маслом. Совет оказался полезным и вкусным. В Кобрине и Пинске плюс 7, плюс 9, в Ивацевичах и Лунинце плюс 8, плюс 9, облачно с прояснениями. То, что сэндвич был назван в честь графа, его придумавшего, знают многие. Меня в этой истории поражает сила азарта и лень заядлого картежника. Его сиятельство даже голод не мог оторвать от игорного стола, поэтому он периодически заказывал себе бутерброды, а чтобы не оставлять на картах жирные следы, велел класть сверху еще один кусок хлеба. Теперь его гастрономическим изобретением пользуются даже те, кто имеет дело исключительно с картами температур и осадков. В Драгичине и Столине днем плюс 8, в Пружанах и Бресте плюс 7, облачно с прояснениями, возможен дождь. Наслаждаясь хрустящим ломтиком хлеба с ветчиной и кусочком помидора, не забывайте про действующий закон Мёрфи, согласно которому вероятность падения бутерброда маслом вниз прямо пропорциональна стоимости ковра. С вами был многослойный Богдан Заверуха. Удачного дня и приятного аппетита! Увидимся!